С праздником огнеборцев поздравил и Владимир Сипягин. Губернатор вручил благодарности от областной администрации ряду сотрудников за образцовое исполнение служебных обязанностей и большой вклад в обеспечение защиты населения Владимирской области от огня. За прошлый год и 4 месяца нынешнего областные пожарные совершили более 3500 выездов. Спасли жизни 147 жителей области и уберегли от огня имущество граждан на сумму более 120 миллионов рублей. В настоящее время общая численность подразделений региональной пожарной охраны составляет более 2500 человек, а также 260 единиц спецтехники. Губернатор обратил внимание на высокий уровень подготовки владимирских пожарных и отметил, что сейчас очень важно привлекать для работы молодые кадры. Новой команде администрации области и региональному управлению МЧС очень быстро удалось выстроить слаженную работу. Я уверен в этих людях. Знаю, что они не подведут. Они наше надежное плечо. Нам нужно обеспечить подготовку молодых кадров. А опытные ветераны пожарной охраны, уверен, станут лучшими наставниками для молодежи.